Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Главный дом городской усадьбы 19 века на Спартаковской улице ждет реставрация. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, объект культурного наследия федерального значения нуждается в проведении комплексной реставрации. Собственник памятника архитектуры привлечен к административной ответственности, так как должен был разработать проект работ еще до конца прошлого года, однако этого не сделал. Планируется, что уже этой весной собственник подаст проект в Департамент культурного наследия, а сами работы начнутся в конце июня. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!